Итак, сегодня мы обсудим с вами новые фишки моего восприятия и понимания. Итак, давайте начнем вот с этой карточки SanDisk. Вроде бы карточка отличная, вроде бы очень хорошая, и давайте на нее вот так вот посмотрим. Я надеюсь, что сфокусировалась, очень надеюсь, и давайте посмотрим, что же на ней все-таки написано. Если не сфокусировалась, сейчас сделаем, что сфокусируется. Ждем. Вот так. Итак, здесь написано, что карточка вроде бы с виду все нормально, да, но здесь нету, ребят, U3. Ни U3, ни U1, если я ничего не путаю, конечно. И вот смотрите, вроде бы еще одна карта, точно такая же, 32 гигабайта, вроде бы тоже нормально, но здесь написано U1. И вообще еще какая-то палочка дополнительная один. Ну, короче, ребят, что хочу сказать. Эта карта пишет отлично на вот мою камеру DJI Osmo Action. Вторая карта, вот эта беленькая, она матерится, матюкается, говорит, вы что мне там поставили, типа, вы что меня за дуру держите, короче, я такое, на такое писать не буду. Потому что качество картинки будет ужасное. Ну и, собственно говоря, исходя из этого, ну это я только, правда, сегодня увидел, а вот на днях прикупил себе вот такие вот две замечательные карточки. Записываю это видео для двух моментов. Первое, это для того, чтобы сразу в случае каких-то проблем у меня было видеодоказательство. Ну и второе, вам заодно показать, что это за карточки. Итак, ребят, если мы будем смотреть, если, ну, как вы видите, да, у меня всегда возникал вопрос, что из них чтение. Ну, я сейчас возьму переводчик и быстренько это дело уточню. Итак, смотрим. Здесь написано, ну, верхнее, понятно, что, да, скорость чтения это 100 мегабит в секунду, и скорость записи, ну, черт его знает, то ли 60 мегабайт в секунду, то ли что. Ну и здесь нам все видно прекрасно, да, что это карты памяти на 128 гигабайт. Они подходят, ну, в принципе, для всего. Но много людей жалуются, правда, не здесь, где я покупал. Я покупал их в Валберес. По нормальной еще цене была цена 1227 рублей. В общем, я купил две штуки сразу, чтобы не париться для своих путешествий. И мне кажется, что это будет очень выгодно и очень хорошее предприятие. Так, здесь, оказывается, нам нужен какой-то непонятный. Зачем-то нужно ножничками вот здесь вот разрезать. Первый раз это делаю, не знаю, что здесь будет. Надеюсь, ничего там не поломаю. Ага. Так, ну, в принципе, понятно, как оно здесь открывается. Сейчас. И наглядно уже посмотрим. Да нет, придется разорвать, наверное, по полной программе, потому что, ну, совсем никак. Вот так это поставляется, ребят. Вот такая вот штука. Вот. И, как мы видим, здесь непосредственно есть вот такая вот, я не знаю, как это называется, байда. Вот, идет обычная карточка Samsung Plus, Samsung Eva Plus, и на ней, по-моему, U3 написано. Так, давайте отъедем назад. Сейчас, секунду. Да, и по-моему написано U3. Сейчас я включу, допустим, надо мне посмотреть. Я выбираю лупа. На смартфоне на своем включаю лупу, и сейчас я быстренько это дело посмотрю, что здесь написано. Лупа U3, ребят, да, так и есть. Вот смотрите, если будет видно, ой, ну, в общем, если мне верить, найти бы ее еще этим глазом. И ты где? Вот она. Вот смотрите. Вот, видите, U3 написано. Сейчас отведу. Вот внизу U3 написано. То есть это говорит о том, что эта карта памяти будет способна, ну, как минимум, 30 мегабайт в секунду писать. Вот, беленькая такая штучка, достаточно интересная.
Вот так вот оно поставляется. Что касается, ребят, ну, как вам, как это правильно выразиться, блин. Что касается скорости записи, реально, я пока ничего сказать не могу. Как только узнаю, наверное, закреплю в первом сообщении, в первом комментарии, и вам уже будет понятно, можно ли там покупать реально или нет. Здесь четко написано, пишет в 4К. Вот, U3 написано, классик. Ну, то есть, достаточно хорошая должна быть карта для записи 4К видео на экшен камеры вот эти, либо на смартфон. Ну, то есть, очень много будет места для записи ваших путешествий различных. На этом все. Спасибо, что посмотрели. Если будут интересы, пожалуйста, ну, вопросы, задавайте их в комментариях. Всем удачи, пока!